Жила-была женщина, которая любила ходить по магазинам. Но когда она приходила в магазин, она начинала дико смеяться. Вот так. Продавцам очень не понравилось, как она смеется. Конечно, ну. Каждый раз они стали выпихивать ее из магазинов. И тогда женщина научила ходить по магазинам свою дочь. А дочь тоже так же смеялась? Нет, она не смеялась совсем, но у нее был очень неприятный голос. Ой! И вот однажды мать сказала дочери: «Сходи, дочь, в магазин и купи, дочь, сметаны!» И вот девочка пошла в магазин, взяла бидончик и говорит: «Здравствуйте!» Кому говорит-то? Ну, продавцу. А продавец-то не знал, что это дочка той женщины, и говорит: «Здравствуй, девочка! Мама сказала купить сметаны!» Сказала девочка. Продавец как-то посмотрел, растерялся и спросил: «А куда тебе сметаны, девочка?» Девочка вначале помолчала, а потом говорит: «Мама сказала в бидончик!» Продавец совсем растерялся. А девочка подает ему этот бидончик. Продавец берет этот бидончик и спрашивает: «А сколько тебе сметаны?» «Мама сказала полный бидончик!» Продавец стал наливать сметану в бидончик, не отрывая взгляда от девочки. Тогда продавец спросил: «Сколько сметаны-то? Полный, что ли, бидончик?» «Мама сказала, сколько поместится!» Продавец налил полный бидончик сметаны и спросил: «А деньги?» «Мама сказала, на дне бидончика!» Продавец посмотрел на девочку диким взглядом и захохотал, как мать этой девочки. Так, может быть, это и была мать? Нет, это был продавец. Ну? Мать. А на следующий день продавец умер. Почему? От жадности. Какой кошмар! Страшно! 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 Страшно!